Тверскую область посетил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Вместе с губернатором Тверской области Игорем Рудени и советником президента России Владимиром Васильевым он побывал на Ржевском мемориале. В ходе визита гости возложили цветы, почтили память бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны. После этого они ознакомились с экспозицией, созданной ко столетию маршала Виктора Георгиевича Куликова. Он прошел всю войну, после ее окончания внес большой вклад в укрепление обороноспособности страны. Этот военачальник проводил большую работу по признанию роли Ржевской битвы как одного из значимых сражений в истории Великой Отечественной войны. Виктор Георгиевич многое сделал для того, чтобы звание «Город воинской славы» был достоин именно Ржев, под которым начинался его боевой путь. В 1942 году он был направлен сюда в составе 143-й танковой бригады, был командиром штаба, и первое задание, первое крещение и первую награду он получил именно здесь, под Ржевом, из рук генерала Конева.